Всем привет, ребята. Ну, развлекаемся мы ночью, играем в Орду. Ой, не в Орду, а в атомные шахматы. И сыграли любопытную партию. Давай я воспроизведем. А, то есть я должен делать ходы, да? Да. С нами еще Вова Михайловский присутствовал. Отметил он Никиту как тонкого тактика. Я играл белыми, а Никита играл черными. И, собственно, понеслась. Было вот так. Да, ну давай пояснять ходы. То есть смысл атомных шахмат в том, что как только какая-то фигура противника взрывается около короля, партия заканчивается. То есть разрывает 9 клеток. Очень вкратце, но в любом случае это видео никто Да, смотреть не будет, поэтому... ну Она вот называется... F6, F6, чтобы не пустить коня на G5 и на E5. Да, тут была сыграна конь C3. Стоп, или... C6 сыграна не было, так что Ну давай давай, и давай, заново. давай заново. Да. Теперь я буду беленькими. Да. Так, конь F3. Конь C3. Как, E4 пошел? Конь D5 пошел. Конь D5, конь G4. Е6. Нет, конь Е, кстати, G4. 4 играть нельзя, потому что конь Е7 побеждает, поэтому Е6. E6 я... Да, ты Че? взял на C7, у меня пропало много фигур, я Да. пошел к Е4. Конь G4, и партия закончилась. Вот такой вот интересный момент, я думаю, всех порадовал. Давай сделаем еще один ход, чтобы Да, было ну, взятие на F2. я сделал вот такой вот ход. Понятно. Да, вот ты, собственно, так вот интересно, Никита, посчитал. Да, спасибо за внимание, до новых встреч.